Здравствуйте, я Андрей Максимов. И вот я, Андрей Максимов, подумал, что-то стало холодать в Москве. Может быть, проверить, не теплее ли в нашей северной столице? Тем более, что ждет нас там совершенно удивительная женщина. Я делаю к ней первый шаг. Вот так вот живем мы, Гулливеры. Один шаг, и ты из Москвы попадаешь в город Санкт-Петербург, где совсем другой воздух и даже совсем другая погода. Осталось сделать буквально еще один шажок, и мы в гостях у той, ради которой мы и приехали в этот город. Вот и все. Если очень хочешь увидеть человека, то от Москвы до Питера три шага. Три шага, и я оказался в квартире Ульяны Лопаткиной. Я очень люблю эту женщину, мне ужасно интересно с ней поговорить, и ужасно интересно узнать, какие вещи она любит. Ну, я думаю, что вы, конечно, поняли, что это была такая своего рода телевизионная шутка, такие три шага из Москвы к Лопаткиной. А у меня, вот у меня же тоже есть, про меня никто не снимает передачи, но у меня тоже есть теперь вещь. Вот эта вещь – это посадочный талон. Это для меня, вот в моей коллекции будет очень дорогая вещь. Это посадочный талон, который будет напоминать мне о том, что был в моей жизни такой период, когда мне посчастливилось лететь из Москвы в Санкт-Петербург для того, чтобы лететь к Ульяне Лопаткиной. Сейчас я скажу важные слова, потом буду вести себя более корректно. Мне кажется, что просто мы, когда рядом с тобой живет выдающийся человек, ты не отдаешься в этом отчет. У нас хорошие очень отношения с Ульяной, я надеюсь, дружеские. И поэтому как-то иногда забываешь, что это действительно великая балерина. И поэтому для меня, ну и честь и радость огромная, что вот Ульяна Вячеславовна согласилась принять нас в своем доме. Надо сказать, что она не так часто дает интервью и даже делает это крайне редко. Предисловие закончено. Теперь будем... Вот здесь есть какие-то вещи, которые вы отобрали. С чего начнем? Может быть, начнем с Мишки? Давайте. Потому что он, во-первых, очень хороший. Он похож на хомяка. Он такой чудесный. Это игрушка Маши. Да. Сколько вашей дочке лет? Пять. Пять. Ну вот, пять в семь лет. Мечталась о чем? В 5-7 лет я была настолько занята, что я не помню своих мечтаний вообще. Так это надо объяснить. В 5-7 лет я была настолько, что не было ни до мечт. А с чем, да, вы так были, а чем вы так были заняты в 5-7 лет? Я была занята осуществлением мечты моей мамы. Она постаралась сделать все возможное, чтобы у меня в будущем был выбор. Я с 4 лет посещала танцевальную студию, где проявляла чудеса героизма, возможно... С каких лет? С 4 лет была такая танцевальная студия, и история с этим связана очень трогательная, как я с температурой 38 вышла на сцену, поскольку у меня не было смены, и я танцевала там самую маленькую матрешку вместе с мальчиком, мы выходили, делали какие-то такие простые симпатичные движения, потом меня увезли в горячке домой, и почему-то я запомнила, что я ощущала себя... просто герои. Почему-то вот это вот ощущение было, что мне так плохо, но я все равно вышла на сцену, у меня все плыло перед глазами, но я танцевала. Так что вот с 4 лет мама меня определила в танцевальную студию, потом, когда родилась балетная студия, она в балетную студию меня определила. Это все где происходит? Это все происходило в Керчи, в городе, где я родилась. А мама решила, что вы будете балериной? Да. Или это вы решили? Мне кажется, что она увидела какие-то симптомы. Это как? Ну, в 2,5 года, по рассказу моей мамы, она вообще могла меня оставлять одну в квартире в 2,5 года, потому что я была на редкость самостоятельным ребенком, по ее воспоминаниям, и она сказала, что для нее это был такой очень серьезный шок, когда она открыла дверь, придя с работы, услышала музыку Баха, и увидела меня вальсирующую под эту музыку. 2,5 года. В ее пеньюаре розового цвета. Вы вальсировали в 2,5 года под музыку Баха? Да, я на тот момент научилась ставить грампластинки.
выбрала пластинку и поставила, и получала так. А мама вам не рассказывала, что вот входит мама, ребенок поставил Баха и танцует. Что она сделала? Она остолбенела в дверях, стала смотреть, или она... Но я помню, что я испугалась очень. Я испугалась ее реакции, я испугалась того, что она меня отругает, что я взяла ее вещи. И главное, что я воспользовалась техникой без спроса. А мама вас воспитывала в строгости? Да. Это что значит? Ну, это значит нормальная родительская строгость. Нельзя брать вещи без разрешения. Нельзя включать телевизор без разрешения. Ну, какие-то элементарные вещи. Вот мы начали разговор с Машей. Я просто знаком с этой барышней. Она, конечно, совершенно изумительное такое существо. Изумительно, очень разумная такая девочка. А вам удается быть с Машей строгой? Вам уже как маме? Ну, я считаю, что да. А что говорит вам Маша, когда она вас видит на сцене? Когда ее спросили, как всегда спрашивают мою Машу, ну что, ты хочешь танцевать так, как мама? Она сказала, ну платья такие, как мама, я, конечно, могу одеть, но вот танцевать, как она, это очень сложно, я так не умею. Вот я говорю, разумная, вот очень разумная, замечательная. Она просто серьезно подходит к вопросу, который ей задают, и она отвечает. Вот я всегда с некоторой опаской и беру иконы. Образ жены мироносицы у гроба Господня написан «Слава Санто». Да, «Слава Санто», да. «Санто». Для Машеньки Корневой и подарен ей в день ее рождения, 19 мая 2003 года. Это икона, которую иконописец написал для вашей дочери. Да. Самое интересное, что со Славой Санто мы познакомились благодаря балету, потому что он один из близких друзей Миши Барышникова. И еще это имя возникнет в нашем разговоре, потому что с этим человеком у меня много связано, с Мишей Барышниковым. И Слава Санто как раз помогал мне как-то устанавливать контакт через океан с Мишей. И мы очень подружились со Славой. Это добрейший души человек. Он отреставрировал несколько икон в моем доме. Самый основной подарок – это икона. Она написана специально для Маши. Я никогда, вы знаете, я никогда не видел, чтобы человек... Я никогда не видел, во-первых, чтобы человек писал иконы, никогда не видел, чтобы человек дарил икону. Вот это как происходит? Приходит этот человек и говорит, как дарит иконы? Наверное, иконы же дарят не так, как плюшевых медвежат. Нет, их также дают из рук в руки. Нет никаких особых обрядов, нет никаких ритуалов, просто их дарят просто от сердца, вот. И икона, она... Это благословение. Когда Ульяна собирала вещи, она принесла вот такую штуку. Вот так это, видимо, да? Да, так? Чуть повыше, да. Мне идет? Вам повыше надо. Повыше. Я спросил, что такое? Что такое? Что это такое? А Ульяна сказала, что я буду типа без камеры вам рассказывать? Вот камеры включат, я расскажу. Рассказывай теперь. Почему я это положила? Это маска, которую постоянно меня одевала Маша. И заставляла меня разговаривать именно вот так, как разговаривало это существо вот в этой маске. Поскольку мы с Машей... А как вы это делали? Ну, очень просто. Я просто одевала маску. У меня не одна такая маска. Это происходит обычно на празднике. И Маша испытывает... Такой Ульяна Лопаткина не видел еще никто. Нет, дело в том, что ребенок воспринимает меня совершенно иначе. Я даже столкнулась с тем, что мне пришлось ходить утром и вечером в этой маске, и она категорически отказывалась воспринимать мой нормальный вид, потому что она сказала, нет, мама, давай ты будешь зайцем. И вот я понимала, что я попала... Что я попала. Что я попала, потому что... Зря я проявила такой артистизм. Я с ней разговаривала на заячьем языке, то есть с заячьими интонациями. Вы можете воспроизвести? Ну вот без Маши у меня не получится. Ну, потому что необходим диалог, понимаете? Как бы я вот не могу сама с собой... Вот, неловко говорит, но вам очень идет. Да? Видимо, да. Ей очень понравилось, что в доме наконец-то появились сказочные герои.
И вот есть такая маска льва, есть маска кота. И она, я когда снимала, я говорила, ну все, все, зайчик, ну, с зайчиком попрощаемся, все, до свидания. Она говорит, не, мама, одень. И я понимала, что, вот, что это уже ее удовольствие, вообще, что я ее скажу, игрушка. Здесь лежит вот эта... Я почему хочу... Мы же идем не хронологически. Нет. Про эту родочку сейчас вы расскажете. Это ваша... Можно сказать, что последняя или, еще, или уже не последняя премьера? Такая, ну... Последняя. Премьера, да, последняя. Вот. Я хочу сказать, что мне посчастливилось видеть, как Ульяна Лопаткина танцует «Кармен». Это совершенно невероятно, потому что ни в коем случае нельзя сравнивать Лопаткину с Плесецкой и вообще сравнивать балерин не яблоки, их сравнивать не надо. Но это был совершенно самостоятельный, потрясающе страстный, потрясающе человеческий такой танец. Насколько вам это было, насколько трудно танцевать партию, которая ассоциируется с именем другой балерины? Насколько это тяжело? Или это не имело никакого значения? Это имело значение для меня, но я не испытывала трудностей в связи с тем, что я должна, как мне говорили, так станцевать, чтобы это было так же интересно, как это делала Майя Михайловна. У меня было настолько сильное желание станцевать саму «Кармен». Мне настолько нравился этот спектакль, неоднозначно оцененный по своим качествам хореографическим, разными людьми, танцовщиками и критиками. О нем есть разные мнения. Тем не менее, я выбрала именно эту «Кармен». Как это все происходит? Вот расскажите, вот есть балет в постановке Алонсо, который танцует Майя Плесецкая. Вы должны его в сущности воссоздать, но внеся в него что-то свое. Так я понимаю задачу. Когда тебе предлагают на выбор любой спектакль в Большом театре, ты, естественно, стоишь перед задачей решить, что же ты будешь танцевать. В первую очередь, конечно, я в этой очень сложной ситуации посоветовалась со своим педагогом, с Ирой Чистяковой. Потому что я рассказала все «но», все «за», все «против». И для меня было важно знать, что бы она сказала. Что сказала Ира Чистякова? Потому что... Вы звоните Ире Чистяковой. Говорите, я звоню Ире Чистяковой. В Большом театре, не где-нибудь, а в Большом театре. Я хочу танцевать «Кармен». Что делать? Я звоню и спрашиваю, я боюсь. Что говорит Ира Чистякова? Я боюсь, поэтому звоню. И говорит мне мой педагог, что... Ты очень этого хочешь? Я говорю, да, я очень хочу станцевать «Кармен». И вообще это, наверное, для меня сегодняшний день интересный спектакль, как для актрисы. Она говорит, тогда ничего не бойся. Эта вещь тоже имеет отношение к каким-то особенным вещам? Да. Рассказывайте. Я даже не знаю, что это такое. Что это такое? Это подарок. Это вообще, это как называется? Вообще... Это кошелек? Простой мешочек. А можно достать то, что там лежит? Конечно, потому что там лежит та самая вещь, которую нужно достать. Это медальон. Ух ты. Это камень? К сожалению, история не сохранила достоверных сведения о том, говорите, что камень. Ну, говорите тогда, что нет, камень. Нет, я просто не знаю, я говорю честно. Но это медальон, там изображена Мария Тальони. Этот медальон принадлежал сначала выдающейся, я бы сказала, даже гениальной балерине Марго Фонтейн, которая была любовью Рудольфа Нуриева на сцене и совершенно неподражаемая балерина. Прима-балерина Лондонского королевского балета. Как попала к вам? Сначала она попала в руки Галины Сергеевны Улановой. И этот дар от Марго Фонтейн Галине Сергеевне попал, опять достаем, к сожалению, это... после уже смерти Галины Сергеевны уже попал ко мне в руки по просьбе Галины Сергеевны
его передали мне ее ближайшие друзья. Знаете, вообще, я должен сказать, что редкий случай, когда вот у меня не возникает больше никаких вопросов. Это настолько потрясающе само по себе, да. Что дальше даже... Это же очень... Это две абсолютно уникальные личности по своим человеческим качествам и абсолютно выдающиеся легенды балета. Одна английская легенда, другая русская легенда. У Ульяны Лопаткиной много наград. Мы с некоторым трудом, значит, уговорили взять две награды. И расскажите, почему именно эти? Это что? Это «Золотой софит», Петербургская театральная премия. Этот софит и эту премию мне присудили за лучшую премьеру года. А премьерой этой было «Лебединое озеро». Я его станцевала первый раз в 1994 году, в самый последний день сезона. На следующий день в театр никто не пришел, все ушли в отпуска. Это был какой-то особенный такой день, когда собралось очень большое количество моих коллег, педагогов на смотр. Смотрели, как молодая девочка справится с задачей примы-балерины Мариинского театра. Судя по награде, справилась удачно. Дело в том, что нет выше награды, чем оценка коллег, потому что они всегда видят другими глазами. Эта награда была присуждена по мнению именно профессионалов, педагогов и критиков. Скажите, можно объяснить, каким образом взять себя в руки? Вы танцуете последний день сезона, вы танцуете великую партию, огромное количество приглашенных людей. И вот надо выйти на сцену и сделать это. Вот как себя в этот момент взять в руки? Вот чтобы не сойти, вот именно перед самым началом. Есть какой-то, как вы берете себя в руки, чтобы не сойти с ума? Я волновалась на самом деле ужасно. Понятно, но как-то так взяли что, себя в руки, разве так? Да, так что даже мой партнер Саша Курков, потрясающий партнер и танцовщик, он, конечно, мы станцевали большую часть спектаклей с ним, моих первых спектаклей, и он мне рассказывал, когда я встала в первую длинную позу, которой нужно было вытянуть так же, как звучит нота в оркестре. Я должна была стоять на одной ноге долго, со взмахом рук. Это был самый сложный момент, потому что вдруг у меня просто подкосились ноги. Я постаралась эту ошибку завуалировать, но Саша мне сказал, что он напугался так. Он испугался за весь спектакль, он сказал, что я подумал, что все. Она так волнуется, она, наверное, не сможет сделать все то, что мы сделали не с ней, и то, что она делала потрясающе в зале, потому что мы репетировали с невероятным подъемом, и получалось действительно хорошо, так что оба получали удовольствие. А потом у вас подкосились ноги, а потом что? А потом сработал совет профессионалов. Если будет очень страшно, погрузись в сами движения, погрузись в работу и уйди головой в ноги, в руки и в музыку. И просто пусть это все соединится, и думай просто о каждом движении, которое ты делаешь. Ты о нем просто думай и делай. А что с вами происходит потом? Вот заканчивается балет, аплодисменты, вы там красиво кланяетесь. Потом вот можно, сколько нужно, чтобы потом прийти в себя? Чтобы уснуть, например. Ну, я после спектакля очень часто не сплю до утра. При том, что я могу лежать с закрытыми глазами абсолютно с ощущением, что тело не может ничего, как мне кажется, да? Но мозг прокручивает спектакль. Вот это вот такая... Она ужасно тяжелая. Для того, чтобы делать зарядку, очень хорошая вещь. На нерусском языке написано, ничего не понимаю, Ульяна Лопаткина. Лопаткина, понимаю. Больше не понимаю ничего. 97-й год. Очень... Это что?
это весомая награда. Весомая награда. Вообще, она действительно весомая. Не только потому, что она ужасно тяжелая. С трудом ее вывезла из Лондона. Это награда лондонской журналистики и критики. Лондонская критика, балетная лондонская критика, считается одной из самых зубастых и самых острых на слово и на реакцию. Особенно по отношению, почему-то по отношению к русским танцовщикам, они зачастую достаточно предвзяты. А эта премия выдается за лучшей балерины, которая была в Лондоне вот прошедший год, вне зависимости от национальности. То есть да. Там и русские, и французы, да. И англичане. Да. И вы все такой чемпионат мира в Лондоне, как бы, грубо говоря. Нет, это просто опрос лондонской критики относительно ситуации в балетном мире на сегодняшний год. Такое? А это спутники жизни всех балетных актеров. Это репетиционные вещи, которые на протяжении нашей балетной жизни они трансформируются, они старятся, они выстирываются, они носятся бесконечно с дырками, без дырок. Это вот это как называют в обычной жизни ритузы. Это, а у нас просто называются разогревочные штаны. Вот так наматываешь, если, допустим, шею... Вон, как все. Шея болит, допустим, миозит тебя продуло где-то на уроке. То есть надеваешь ритузы на шею и нормально тепло? Да, нет, они не только так одеваются, они еще вот одеваешь их, как вот чтобы шейно-грудной отдел, там, где вот между лопатками часто болит. Какая хорошая, оказывается, вещь. Вот так их одеваешь, вот так натягиваешь. И вот эта небрежность позволяет справиться с ужасами по отношению к классическому танцу, поскольку там небрежности не может быть. А вот в репетиционном процессе как бы небрежность это удобно. Откуда это берется вот это вообще? Это вообще штаны, это на ноги. Нет, это вот такая продается вещь? Это вещь, которую можешь просто пойти в магазин и купить? Нет. Нет, можно купить аналогичную вещь, но эта вещь уникальна. Вот здесь даже, видите, здесь вот вручную сшито. Это вручную связанные штаны. Но они замечательны не просто тем, что они помогают в работе. Эти разогревочные штаны принадлежали Мише Барышникову. И он только я хотел сказать. Вначале про Барышникова рассказать. И он их отдал. Просто отдал, потому что они вот... есть такая традиция отдавать вещи. Это разогревочные штаны Миши Барышникова. Да. Есть такая традиция среди балетных, добрая традиция, желать друг другу удачи. Даря разогревочные штаны. Да, даря вещи, в которых ты сам разогревался, работал, и которые помнят там тепло твоего тела и муки, связанные с репетициями и разогревами. Вообще вещи много чего помнят, особенно репетиционные. Хочется спросить вас, Ульяна, а как он вообще Барышников? Он вообще какой? Вы знаете, с Мишей Барышниковым я не зря вот эти штаны сюда положила, потому что я с ним встретилась совершенно замечательным образом. Он участвовал в организации моей операции на ногу. Когда встал вопрос о том, что я не могу больше танцевать. Будучи с вами незнакомым? Да, он меня не знал. Ему сказали о моей проблеме, что я родила, и после родов моя травма стопы усугубилась и осложнилась, и я никак не могу восстановиться. Я не могу продолжать танцевать, потому что я через 2 часа после обычных классических упражнений и тренировок у палки я не могла ходить, у меня очень сильное обострение было, я на одной ноге скакала. И встал вопрос о том, что мне делать. Я об этом практически никому не говорила, кроме своих самых близких. И в театре об этом не знали, что у меня проблема настолько серьезная, что я ходить не могу после тренировок. Но кое-кто из моих близких осмелел настолько, что когда он был на гастролях в Палермо, рассказали обо мне, рассказали об истории, спросили, знает ли вот он о такой ситуации, знает ли он такую балерину. И Миша сразу откликнулся, конечно, я знаю, конечно, давайте. И, конечно, сразу отреагировал, сразу дал свой телефон. Невероятно. Получила
возможность ему позвонить. Я с ужасом это делала. Я даже не знала, как с ним разговаривать, потому что этот человек как бы для меня... мне очень нравится то, что он делал, так, как он танцевал, как и то, что он делает сейчас. Поэтому, услышав его голос, я стала запинаться и вообще не знала, что сказать. А он мне конкретно сказал, вот есть врач, который оперировал меня, оперировал других танцовщиков в Америке, в ABT и в Нью-Йорк-Сити Балле, компания Баланчина его. Он работал с Баланчиным. Вот мы закончим с Мариинским театром разговор о том, как организовать ваш приезд и как, и как все это организовать. Он занялся лечением вас. Да, и благодаря... Незнакомый ему человека. И когда мне сделали операцию, он сидел с газетой на стуле. Когда я отошла от наркоза, у меня был шок, потому что я увидела, что он сидит и ждет, когда я проснусь. И он так... газету так отодвинул, сказал: «Доброе утро, Ульяна». А я стала думать: «Господи, а как я выгляжу и как я выглядела, когда лежала в наркозе? Может, у меня был открыт рот? Может, у меня вообще... Какого я была вида?» А он сидел нога на ногу, читал какую-то газету «Доброе утро». Через полчаса мне дали... Ну, я оделась после операции, через полчаса мне дали костыли. И мы вышли из больницы с Мишей Барышниковым вдвоем, через полчаса после операции. Он мне помог сесть на такси, и мы отправились, он как бы... Я восстанавливалась какое-то время в гостинице, недалеко от кабинета врача, там напротив почти была его приемная. И потом мы так подружились с врачом, и вообще это еще одна из историй моей жизни, после чего я, конечно, могу вам сказать, что это человек сыграл большую роль в моей жизни, потому что он сразу отреагировал и проникся проблемой, и помог. Благодаря ему я сейчас танцую. Последнего микро, он тут остался. Вот вы видите, это... как же оно называется? Не помню. Но этот сосуд как-то называется, я не помню. Этот замечательный предмет, сделан из бересты. Спросите, никто в съемочной группе не знает, как это называется? Туесок. Говорит. Туесок. Оператор подсказывает. Туесок? Туесок. 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 Пахнет это березой. Там вот из этой вот коры березы сделана... Кора березы. Вот, я была потрясена тому, что я получила его от человека, с которым я все время встречаюсь в театре, который ходит мимо меня, который обеспечивает возможность артистам балета работать. Ну, это был один из рабочих сцены, которого я прекрасно знала в лицо. Это рабочая сцена подарил. Просто подарил и все? Да, вот он сам вырезал это. Он вообще вырезает микроскопические иконы из дерева. И вот этот туесок на самом деле незаметно сразу. Здесь написано мое имя, которое написано лебедями. И если вы посмотрите, вот здесь высветлено. Да. Буква У, лебедь с крылом. Вот это вот буква Л, вот так вот изогнуто. Вот это я, вот лебединая Боже, шея. Боже, пришла, да? Голова человека такая штука. Вот она так витиевато, причем крылья, шея, все переплетается. Вот это Н такая крест-накрест, а это А. И все это лебеди. Там действительно высветленные буквы. Жарко, можно я сниму? Это да, разогревочные. Снять с плеч, разогревочные штаны легко. Мне кажется, что я покраснела. Это нет, неправда. Нет. Это внутреннее ощущение. Самое это главное, чтобы тело внутри разогревалось, это тот самый эффект. Я должен сказать, что вот у нас есть вещи на столе, а есть вещи рядом. Есть некая волшебная такая, вот это называется туесок, а это вот то, что волшебно, никак не называется, просто есть некая такая сумка, несите. Не потому, что я такой невежливый, а потому, что у нас так принято в передаче, что герой или героиня несет эту сумку. Вот эта сумка, ну, сами да. Рассказывайте, она
она... Ну вот вообще на протяжении моей жизни я вожу эту сумку в самолетах, летаю с ней. И каждый раз я объясняю стюардессам и стюартам и таможне, что это ручная кладь, что ее можно занести в самолет. Все удивляются, что она такого размера, а это не может быть занесено в самолет. Каждый раз я прохожу вот одно и то же испытание. Я говорю, вы знаете, это балетные костюмы. И наблюдаю за реакцией людей, а она обычно такая, да, там просто лежит костюм. Это вообще... На сегодняшний день там один костюм. Да, она же вообще так раскладывается. Да, она вот такая вот огромная. А что там лежит за костюм? Делаю вид, что я не знаю. Ну вообще это... Это пач. Это всем известный костюм лебедя. Лебедя, умирающего. Еще я достану еще одну деталь костюма. Они между собой связаны. Умирающий лебедь в черной шляпе? Да, представьте, нет, у них есть как бы некая общая история, которая их объединяет, дополняет. Все началось с лебедя. История шляпы и вот этой пачки, и вот этих двух номеров, танго и умирающий лебедь, началось с того, что я была приглашена Валерием Мисаловичем Гергиевым на необычный концерт, где выступали такие замечательные, гениальные артисты, как Рене Флеминг, вокалисты и певцы, мне даже не произнести, Пласидо Доминго. Оркестр Мариинского театра во главе с Валерием Бесаловичем. И вы. И по его желанию Валерия Бесаловича он захотел видеть в этом концерте какой-то исключительный балетный номер, как «Умирающий лебедь». И он считал, что это будет как бы наиболее полная, но наиболее сжатая форма, как можно представить перед лондонской знатью и непосредственно перед принцем Уэльским все, что есть лучшего в русской музыке, в русской культуре, в русском балете. Там, где Пласидо Доминго пела Евгения Онегина, а Рене Флеминг пела арию Татьяны из одноименной оперы. И я должна была танцевать «Лебедя». И когда я оказалась на месте, это было все в Букингемском дворце, и мне сказали, что у вас будет сцена. Когда я пришла в Букингемский дворец, расположилась в одной из комнат, это были апартаменты, как правило, сразу пришла посмотреть, где я танцую, и выяснилось, что сцена чуть больше размах моих рук. Ну, а в «Лебеде» есть движение на пальцах, и ты двигаешься по сцене вправо, влево, вперед, назад, по диагонали. И выяснилось, что в глубину сцена 2 метра, а в ширину 3. По бокам колонны абсолютно невозможно скользкий линолеум. И мне сказали, что, вы знаете, нет, не нашлось места, кроме как убрали трон и сделали вам помост вместо трона. Вот видите, мы оттянули люстру, была потрясающая красота люстры. Потрясающая фраза. Убрали трон, ну и все, что мы можем сделать, можем убрать трон. Вместо декорации сзади был герб. Люстра была оттянута и как-то канатом закреплена за колонну сзади, что на самом деле лишило меня возможности выйти, как обычно, в «Умирающем лебеде» спиной к зрителю на пальцах в мелких падебуре. Мелкие падебуре – это такие маленькие-маленькие шажочки, мелкие бег. Падебуре – это название бег. Шага? Да, это название движения, которым выходит да. «Умирающий лебедь», появляется перед зрителями на сцене. У меня была одна возможность только появиться на сцене. Это абсолютно такой был уникальный случай. Была выстроена крутая лестница, и сцена начиналась прямо на глазах вот у зрителя. Вот был край сцены, и я не могла появиться, как обычно. Но не могла даже выйти из как бы кулис, из-за колонн. Я должна была вползти на сцену с лестницы, засовывая правую ногу
на сцену и подтягиваясь руками, буквально делая вот такое движение, я вот так вот въезжала на сцену в лежачем положении умершего лебедя. То есть моя щебе сначала потратила массу физических усилий. Да, потому что я не могла встать в полный рост, потому что мне мешала огромная люстра. Умерли, да. Да, и а как же вы на этом пространстве? Я заныривала в сцену размерами 2 на 3. И та, а к там как? Вот эти подобуре, там же этих подобуре уже же не может быть? Не было, да. Я просто как бы вырастала из лежачего положения. И 3.5 минуты на 2 квадратных метрах я билась в предсмертных муках. Благодаря чему получила приглашение на юбилейный вечер в Кеннеди-центр в Вашингтоне. Из уст самого Пласида Доминго, сказала, вы можете танцевать что угодно, но лебеди обязательно. Но вы будете одна балерина. Вот мне понравилось, что вы одна, что больше вот балета нет. Только... То есть на юбилейный вечер Пласида Доминго балетом представляете только вы? Я получила такое эксклюзивное приглашение, и родилась идея, был поставлен номер Николаем Андросовым. На тот момент мы уже его приготовили и сделали. И вот эта шляпа, это, можно сказать, практически участница создания этого номера, потому что женщина танцует мужчину, женщина одевается в мужской костюм, и она просто практически как будто становится мужчиной. И эти два номера я привезла к Пласиду Доминго. Не знаю, какой на вас надо надеть мужской костюм, чтобы превратить в мужчину. Это... Танго принимали, как сказать, как-то невероятно, неожиданно. Зрители на ужине после этого концерта, некоторые подходили, спрашивали, это точно были вы? Потому что такого не бывает, чтобы вот такая трансформация... И говорит, а вы случайно не работали с Майклом Джексоном? Я бы сейчас сказал. У них была ассоциация вот этого мужского танго, что это было, они говорят, ну это по меньшей мере, ну как Майкл Джексон. Это, видимо, у них самое высшее. И вот это общение с Пласидо Доминго, которое меня научило тому, что чем гениальнее личность, чем она одареннее, чем она, чем человек... масштабнее, и тем он проще, естественнее в общении с людьми, теплее, мы очень хороший. Мы должны заканчивать эту передачу, мы всегда дарим нашей героине подарок, но здесь произошла такая история, что мы подарим 2 подарка. Объясню почему. Первый подарок абсолютно традиционный, красивая вещь, красивые коробочки. Красивая вещь. Такой красивый лебедь в красивой коробочке. Но я не мог позволить, чтобы мы дарили Ульяне Лопаткиной такую буквальную вещь. Вот Ульяне Лопаткиной надо дарить обязательно лебедя. Я всегда говорю о том, что мы хотим дарить подарки, в которых для нас символизируется человек. Мне кажется, Ульяна Вячеславовна, вы меня простите за то, что я сейчас скажу, но мне кажется, что очень много общего между балериной и самолетом. Потому что, во-первых, они обе летают. Кроме этого, самолет – это символ движения и символ какого-то изменения. Мне кажется, что вам сейчас очень необходимо... Вы полюбили этого лебедя, мне кажется. Они очень красивые, я люблю. Может быть, самолет наш тоже полюбите. Спасибо большое всем, кто нас смотрел. Я напоминаю, что программа «Личные речи» на Питерском канале по воскресеньям. Всего доброго, пока.